Решение принято. Спасибо. Прошу проголосовать всем. Докладчик по этому вопросу Степанов Николай Дмитриевич, заместитель мэра. 435П об утверждении порядка организации номер 1417 об упорядочении уличной торговли, в том числе в целях обеспечения сохранения участков зеленых. Управляющей компании. А бесхозные территории, сколько бесхозных? Часть из них входит в титула по содержанию, часть не входит. Часть поправок была принята и учтена в предлагаемую редакцию. Не было... Исключим. Да, то вот мы, это надо... мы договаривались, что... Организация ярмарок и размещение объектов уличной торговли. И после его окончания должна проводиться уборка.